Сегодня в администрации города-курорта прошло торжественное награждение намчан, кто проявил себя в дни карантинных мероприятий. В те дни добровольцы дежурили на вокзалах, встречали самолеты и поезда, патрулировали улицы. Заместитель руководителя администрации города поздравил приглашенных на мероприятие и вручил им благодарности главы муниципального образования. Вам низкий поклон за ваш самоотверженный труд. Ничуть не приукрашивая эти слова. На самом деле так оно и есть. Если вот братья казаки мои под погонами, сотрудники полиции под погонами выполняли задачи, поставленные им. Трудно назвать волонтерами, потому что на самом деле добровольцы.